Добрые наши волшебники, с вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас ролик о плюшке. Наверное, вы уже почитали историю Плюши, а я, как всегда, в очередной раз обращаюсь к вам. Сейчас плюшка находится в данный момент у меня дома. Мы ждем поездки в клинику, но вся наша поездка, конечно, как всегда, зависит от нас. От нас. От людей, которые готовы помочь нашей Плюше. У Плюши 100% перелом лапы, об этом даже сказал Николай Николаевич. Но так как перелом не свежий, я как-то в одном из роликов говорила, да, что перелом свежим считается первые 24 часа. Все уже остальное, как бы это считается переломом на внешнем. Поэтому как бы мы сидим, ждем. И надеемся, конечно, как всегда, на вас, вашу помощь, что мы сможем, объединившись все вместе, сможем помочь отправить Плюшку на операцию к Николаю Николаевичу, потому что лапа у ребенка действительно раздроблена сильно. Видимо, ей прям проехали по этой лапе, там, мне кажется, даже множественный перелом этой лапы. Моя такая большая дружная семья, как всегда, прошу вас лайкать, комментировать, пишите больше комментариев. Это тоже помогает в развитии канала. Вы видите, что в последнее время нам слишком-слишком тяжело выживать. Плюс не забываем, что у нас приют 100 собак и бездомных собак. Достаточно много опять на попечение. Из них только 41 щенок. И, конечно же, они все ждут нашей помощи. Поэтому я прошу вас каждого лайкать, комментировать, делиться роликом в соцсетях. Пусть как можно больше людей узнает о нашем приюте, добром приюте. И, конечно же, как всегда, мы ждем, надеемся на вас, вашу помощь. Вы же наши волшебники, вы нам помогаете, поэтому, как всегда, волшебство должно случиться, и мы должны помочь нашей Плюшке. А уже после операции, конечно, мы будем стараться найти девочке дом. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.